И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега. И мы продолжаем играть с вами в Civilization 6. Короче, в цивилизацию 6. Так, посмотрим. Я, честно говоря, подзапустил этот момент, сколько уже прошло. Более того, я еще играл. Ну, в общем, это все не важно. Так, у нас столица Киото, да? Погнали потихонечку. Я уже что-то даже как-то подзабыл, чем мы здесь занимались, с кем мы воевали, с кем не воевали. Так. Что-то я... Так, у нас тут Франция, да? Кто такая? Екатерина Медичи из Французской империи. Так, мужики какие-то. А если мы сюда вломимся, война начнется, да? Я вообще не помню, что у нас здесь происходило. Вильнюс. Давайте по-быстрому вспомним. У нас здесь 3 посла. Здесь 1 посол. Этот дает нам культуру. Этот дает нам Брюссель. Дает нам производство. Это шикарно. То есть здесь, в принципе, самое-самое только начало. Вообще, по-хорошему... По-хорошему, да? Женева, Нант какой-то. Пока что... Суть до дела. К чему я говорю? К тому, что на начальных этапах развития пока что нет стен. Очень неплохо было бы порасширять свою территорию и, в принципе, избавиться от вот этих вот товарищей, которые нам совсем не товарищи. Можно им сразу же объявить войну. Можно выдвинуть требования, например, да, что вы отдадите нам город Нант. Вот так вот, да, давайте потребовать. Она, естественно, отказывается, говорит, пустые требования ни к чему не приведут. Мы с них можем затребовать, чтобы они не селились к нам близко. Штраф за милитаризм нет. И мы можем объявить им внезапную войну. Ну, так, по-хорошему, да? Слушайте, а у нас лучники наши ходить могут? Лучники наши ходить не могут. Поэтому мы на следующий ход, наверное, переправляемся, да? Вот сюда, поближе стратегически вот эти места занимаем. И начнем, наверное, на них нападать. До производства пирамид 16 ходов осталось. Чудо света мы строим. Ну, в общем, как-то так. Погнали сюда. Давай потихонечку. Смысл в чем? Вот здесь... А, кстати, вот здесь же еще чудо света у них есть. Все, я вспомнил. Я хотел здесь где-то город строить, а они место заняли. Но это, собственно, и будет... Это, короче, и будет поводом для объявления войны. Мы им так и скажем. Вы нам не нравитесь. Поэтому мы на вас нападаем. Так, пока что пропускаем ход. Хорошо. 15 ходов, да? Давай, давай. Там уже кого-то, смотрите, кого-то уже замочили. Ну, народ не вообще не теряется, да? Зеркало для тела – это отполированная бронза. Обработка бронзы. Зеркало для души. Шикарно. Так, где металл? Где металл? Где металл? Металл я почему-то... вообще не вижу. Ну, не суть важно. Так, давайте, погнали. Верховая езда. Пригодится. Ну чё? Подруга дней моих суровых. Давайте внезапно в войну я объявим. Можно, конечно, просто... Ой-ой-ой. Ты не поперхнись там своим бокальчиком. А то это... Все, давай. Давай, до свидания. Ну что, вламываемся? Погнали потихонечку. Ох, а я отсюда не достреливаю. Блин, я думал, через холм они смогут увидеть. Оказывается, нет. То есть нам придется сейчас время потратить, чтобы еще вот до сюда добежать, да, чтобы... Смотри, там прачники. Тут разведчики. В общем, они будут сейчас к нам ломиться. Так, по деньгам, что у нас? Плюс 5,6 рубля. Каждый ход. Общий баланс 24. О, я отсюда уже достаю. Погнали. Будем потихоньку. Тыр-тыр-тыр.
Они защищаться не могут, потому что у них нет стен. Это как бы круто. Так, этих укрепляем. Пускай пока сидят, ждут своего часа. Давай, вон там прачники бегут. Так, здесь что происходит? 13 ходов до пирамид. Пирамиды — это крутая вещь, насколько мне помнится. У нас есть рабочие, ну или буду, да? Которые... Смотри, я не успеваю, короче. Я не могу, не могу. Смотри, они сейчас будут нас фигачить. Они даже разведчиками в бой кинулись. Ты посмотри, что. 82, почти убился. Давай. Мне бы еще один лучник не помешал. Или какой-нибудь, знаете, таран там. Слушайте, кстати, у меня же еще поселенец же здесь сидит, да? Отлично, можно будет где-нибудь городочек. Городочек основать. А основать мы его можем, например, поближе бы к воде хотелось бы. Вот так, по-хорошему. Здесь пустыня. Не особо интересно. О, кстати, вот железо. Мы, наверное, вот здесь вот город обоснуем, да? Обоснуем. Ну, в общем, вы поняли. Можно, кстати, вот здесь вот город основать. А потом, если что, вот так вот акведук построим вот до вот этого, вот этой штуки, да? Ну, погнали в эту сторону. Давай вперед. Так, здесь мы что делаем? Ну, я одними лучниками я просто не пробиваю. Хотя 24, он по 20 восстанавливает, да? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но вот эти вот меня заколебут. Смотри. Они поняли, что нафиг надо этого долбить, да? Надо... Блин. Ну ладно, сейчас мы вот этими нашими парнями, узкоглазыми, убиваем вон тех. Давай, погнали. Смысл в чем? Мы сейчас, наверное... Как мы здесь ударим? Наполовину, да, где-то? Их домик восстановится по-любому, да? Поэтому... А, блин, ход закончился. Твою ж-то дивизию. Это автоматическое завершение хода вообще прям убивает. Давай сейчас мы вот этими узкоглазыми парнями хлопаем вот этих вот. А этих будем лечить тогда. То, что уже... Давай, отлично. Что у нас тут? Правительства никакие пока недоступны. Плевать. Вперед, пацаны. В атаку хлещемся. Во. Дубинатором. Так, вот эти вот восстанавливаются. Эти бегут у нас вот сюда. О, смотри. Раз, два, три. Сразу три единицы железа будет. Плюс мы потом расширимся и перекроем дорогу. Ну, в общем, вот между этими двумя холмами. И тут уже Вильнюс. Поэтому здесь мы не слабо так перекроем, да? Драма и поэзия. Давай нам. Так, тут наш караван бегает. Караван. Грабить караваны будем немножко попозже. Так, ну мне определенно нужен еще один лучник. Сколько они стоят, кстати? Хотелось бы глянуть. Давайте посмотрим. Да, подожди ты. Так, смотрим. Лучники, лучники. 300 монет, да ладно. Крутовато. Так, ладно, эти тоже восстанавливаются. А город мы где делаем? Может быть здесь? Может быть здесь? Не, давай вот здесь прям. Вот, отлично. Он будет сейчас разрастаться и нормально все будет. Здесь лесопилки потом построим. Здесь фермы. А вот здесь вот акведук пробросим. Ну, в общем, должно быть все классно, да? Погнали, здесь пока монумент строится. Давай. Отстраивай. Пирамиды мне нужны. Срочно. Закончим строить пирамиды и сразу же на... В общем, в производство запускаем еще одного лучника. Пока стен нет. Пока стен нет. Франция должна умереть. О, смотри, чуваки с дубинами вышли. Это не очень классно. Подожди.
Стоп. У меня же автоматический пропуск хода, блин. Как отменить? Пожалуйста, подождите. Да нет! Пошли вон, твари. Блин, убьют ведь сейчас, а? Убьют ведь сейчас. Эй, как отменить? Они меня сейчас убьют. О. Так, нападайте, пацаны. Давай, в атаку. О, с топорами там, смотри. Так, отлично. Че, эти почти дохлые? Мочи. Ну, добей. О, доступно повышение. Шикарно. Так, что там произошло? Еще... А, или это что там про... Не помню, ты или не убрал, или кого-то еще замочили. Так, повышение. Давай смотреть. Пойдет. Против дальнобойных юнитов, да? Давай. Вы холм. Холм занимайте. Такая возня за город. Блошиная возня такая. Но мы этот город... Ну, смотри, бегут. А мы этот город отожмем, и он вообще здесь, мне кажется, очень удачно расположен. Здесь и река, и чудо света. Ну, в общем, вот эти ребятки мне не нравятся, да? Так, вы восстанавливаетесь. Вы качаетесь. Они неплохо опыта поднимают из-за стрельбы по городу. Это вообще замечательно. Так, два хода. Нифига там отряд. Нифига там отряд. Жесть. Тут еще бегут. Чего-то вас много. Чуваки. Мне нужно срочно заканчивать строить. Фукуока. Кошмар, какие-то города такие. Названия страшные. Так, что мы делаем? Вот я говорю, было бы неплохо на холме стоять и постреливать, да, но... Мы, наверное, сделаем как? Здесь равнина, тоже обороняться плохо, но мы их будем встречать следующим образом. Сейчас мы стреляем, потом отступаем. То есть мы стреляем, они забегают сюда. Мы на этот ход отступаем, стреляем по ним. Они с холма переправляются через речку, встают. Мы по ним еще стреляем, и там, если что, добиваем. Давай. Качаемся, короче, пацаны, давай. Отлично. Так, вы сидите, да, и лечитесь. Просто ваша задача тупо выжить. Ваша задача тупо выжить. Смотри, у них тоже эти дубинаторы с первым уровнем. Так, нормально. Но они по очереди пойдут, да? Смотри, эти уже, наверное, сейчас вот на этих кинутся. Но мы им сейчас поможем. 40 веков смотрит на нас с вершины этих пирамид. Пирамиды. Такое строительство идет, смотри. Крутяк. Такие золотые там статуевины. Класс. Мне нравится. О, да. Час, проведенный в седле, не может считаться потерянным часом. Да-да-да. И у нас пирамиды должны давать одну единицу лишнюю для строителей. Потом у нас появятся и правительства всякие, да, там, и прочая хрень полезная, которая нужна для... ну, вы поняли, в общем, нужна будет для... Так, давай сюда. Да, это могу сделать. Давайте на всякий случай отступаем вот сюда. И фигачим. Давай. Фаер. Есть. Поубавили немножко пыл, да? Смотри. Так, здесь заказываем еще лучников. Три хода. Всего лишь три хода. Слушайте, классно. Вызвать вдохновение для вот этих городов-государств, да? И здесь Брюссель дал нам задание создать развлекательный комплекс. Дороги усовершенствованы. Чуточку быстрее мы по ним сможем бегать. Так, обработка железа, это круто, но деньги ускорены, поэтому изучаем деньги. Пока суть до дела, может быть, мы сможем... Так, что здесь? Караван пришел. Вот, видите, они, смотрите, прошли, да? Этот у нас потихоньку лечится, и сейчас мы фигарим по вот этим. Они стоят на равнине. И на чужой территории всего лишь по 5 единиц лечится. Это очень плохо.
Вот так вот. Вот так вот. Ну что, этого, наверное, тоже добиваем, да? Давай. Чтобы не свалил никуда. На тебя, падла. Вот у этих уже мало хп остается, смотри. Им будет туговато. Так, здесь строим вот такую штуку. Пряности, редкий ресурс. Держитесь, пацаны. Держитесь. 27. А нам на 30-шечку влупили. Ну, у нас на этом стоят. Так, чё, погнали, наверное, вот сюда, да? Пастбище зафигачим. Хотя, с другой стороны... Да не, нормально, пошли. Пастбище организуем. Так, здесь у нас... Сколько хп? Сколько хп? 20. На 30-шку мы еще где-то, да? Давай вот этих поубавим немножко. Ох, хорошо вошло. Так, вы лечитесь, стойте. Вы стойте, лечитесь. Но эти сейчас не должны полезть, потому что они убьются просто от меня. Да? Смотри, еще кто-то сдох. Опа, опа. Ребята. Но у меня сейчас лукари уже появятся, так что все норм. Вот этих встретим. Давай, давай. Так, лучники есть. Лучники пошли, да? А давай мы, наверное, прям... Вот так. И вот так. О, как вам? Хорошо вошло, да? Так, здесь мы заказываем, наверное, еще лучников. Давай еще немножко. И вот этих добиваем, засранцев. Отлично, прорядили, прорядили. Вообще неплохо, да? Так, сюда переправляемся. Сколько у нас только один торговый путь? Ты что, псих, что ли? Смотри, они даже разведчиков в бой пускают. Дебилы. Воюют вообще всем, чем только можно. Поэты давно и загадочно молчат. Так, сменить политический курс. Что у нас хорошего есть? 5 боевой мощи против варваров, производство во всех городах. А тут у нас создание строителей, стоимость покупки клеток. Но это все хрень полная, да? Нам нужны вот эти вот правительства, но они будут немножко попозже. Так, давай. Вперед. Так, вот этого парня. Ну, чуть-чуть ему не хватило, да? Вот, кстати, вот они, политические все вот эти вот дела. Поэтому давай-ка, за 9 ходов мы его сейчас изучаем. Угу, мир запросила. Что нам предлагает? Предлагает пряности, 214 монет и 6 монет каждый ход. Пошла ты. Не хмурь рожу. Все нормально будет сейчас. Мне нужен вот этот город, без вариантов. А потом, как вариант, еще и Женева мне будет нужна. Так, давай. Сколько у нас? 2 единицы, да, еще осталось? Ну, давай, вот здесь вот, наверное, плантацию. И дальше уже... Так. Давай, наверное, вот так. Ой, тихо-тихо. Касперыч у меня там развлекается. Спокуха. Говорю, все, никак не соберусь его. Новую версию прикупить. Так, давай. Так, еще один лучник. Хорошо. У нас технология одна ускорилась. Это замечательно. Пошли. Хорош. Так, все. Потихоньку, полегоньку, да? Начинаем наступать. Так, эти ребята идут вот сюда. Эти ребята идут вот сюда. Стреляют сразу. Эти лечатся. Вот это я, кстати, наверное, зря сделал, потому что сейчас я здесь огребу. Но... Так, смотрим. Святилище, да? Оракул, 23 хода. Куда мы его можем воткнуть? Сюда?
Давай, может пригодится. В смысле не пригодится, а может быть успеем, потому что с лучниками с этими я сильно затянул. Так, тут монумент, 9 ходов. Туда, кстати, строителя бы надо отправить, потому что... Все, здесь меха. Прекрасно. Так, ну все, начинаем поливать, да? По городу. Так, давай ты сюда. Сейчас мы в три пушки... В три пушки нормально пройдемся. Давай, давай, ты лечись. Будешь как буферы здесь стоять, всех воинов на себя агрить. Пошла кобыла. Так, я не понял, смотри, они стену уже начали строить, серьезно? Это плохо. Огонь. Так, отлично. Блин, надо срочно подтягивать. Срочно надо сейчас. Прям я уже не успеваю. Да откуда ж вы беретесь-то, а? Вот как они успели столько нарожать этих? Блин, они стены строят. Так, давай. Поливаем. Что где происходит? Что где происходит? Так, эти валят, да? Они все поняли. Так. Давай сюда. Огонь. 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 Черт побери, не успеваем. Иди отсюда. Блин, сейчас лучники огребут мои, и опять им надо будет лечиться. Подходим, ребята, не стесняемся. Так, доступно повышение, хорошо. Что у нас здесь, 16 ходов? Смотри, там они друг друга просто убивают. Это я здесь что-то курю пока. Бамбук, да? Они там уже хлещутся вовсю. Неудобно расположен. Что там случилось? Повышение у кого-то, да? Так, давай сюда. Колесницы. Прекрасно. Вообще то, что доктор прописал. Они успевают... Подожди, а... Появилась возможность перейти на новую боль. Богатство не в том, чтобы многим владеть. А спасибо. Политика есть искусство... Так, давай, политический курс правительства. Отлично. Что мы делаем? Боевой опыт, бонусные очки. Давай, наверное, бонус к строительству чудес света. Поначалу это будет важно, да? Так, здесь что? Удваивает опыт разведывательных. Так, 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 содержание юнитов. Так, производство юнитов ближнего и дальнего боя. Так, давай-ка мы, наверное, 2 очка великих ученых. Давай, сюда. А, нет. Вот так давай. Вот так сделаем, да? А сюда мы сделаем содержание, можно уменьшить, да? Ну, не знаю. Давай содержание, хотя бы как-то вот так вот, да? Все, хлещи, пацаны. Изо всех сил хлещи. Этих надо бить, потому что те еще твари. Так, исследование. У нас ничего ускоренного нету.
ветку исследования давайте глянем. Тут у нас, наверное, мореходство надо догнать, да? Обработка железа. Ну давай пока в мореходство пойдем. Социальные институты. Игры и развлечения. Пойдет. Да. Весело, весело, конечно. Вот это не круто. Он сейчас заколебет здесь. Пошла. Пошла прочь. Вот этих надо забивать. Так, что у меня есть? 11 ходов, да, здесь? Может, попробуем? Не прокатывает, да? Гильгамеша Кьенги у Шаруру Канаку. Ну не бойтесь, я добр к своим друзьям. Анаку и Бриджа Тибаку. Все, давай прощаться будем. Я добр к своим друзьям, да? Не желаете посетить наш город? Давай, все, до свидос. Не будем показывать, где у нас столица. Эти друзья, товарищи. О, смотри, бегает здесь недобиток. 183 монеты у нас. Это неплохо. Давай, ты сюда. Ты сюда. О, поселенец еще. Когда успевают? Нам бы вот его поймать. Так. Амбар, да? Давай-ка, наверное, строителя нам сюда пригодится. Так. Куда они чесанули, интересно? Ну мы сейчас в три ствола начнем фигачить. Этих полечить бы, конечно, но надо торопиться. Я не пойму, вот это вот появилось. Вот этого бы тоже убить, потому что он может караваны вот эти, они выхлестывают вообще на раз. Поэтому нахрен он нужен. Давай. Пускай. Пускай отдыхает. Так, ты лечись. Ты лечись. Но мне нужен этот город. Да иди ты, кобыла. Кобыла. А вообще было бы неплохо у них столицу захватить вот так по-хорошему, да? Так, ты и вот ты. Стреляйте. Стреляйте, друзья. Блин, надо было... Где тут повышение у кого-то? Просто если у... О, хорошо дело пошло. Вот у этого, да? Как раз ему сейчас повышение вкинем. Он подлечится. О, еще конница. Штампуют на раз. Штампуют на раз коней. О, караван пошел. Это караван из Вильнюса, да? Шикарно. Так, давай, тебе повышение. Отлично. Ты стреляй. У этого сейчас тоже будет повышение. Шикарно. Так, есть. Что там получается у нас? Ну, почти. Еще разочек, наверное, да? Ну, можно и сейчас напасть, но... Блин, смотри, что творит. Пошел вон. Дичь. Дичь. И вот этих бы поймать. Эх, было бы хорошо. И город потом самим где-нибудь поставить. Только где, я не знаю. Здесь пустыня. Беспонтовое какое-то место у нас, я бы сказал. Давай сюда. Тебе повышение. Отлично. Так, ты стреляй. Шикарно. И нападаем, да? Да? Да?
Да? Город? Город? На-ка. Хорош. Все, это моя корова. Теперь я ее буду доить. Великолепно. Сохранить город? Да, конечно. Оставляем себе проект. Монумент чините. И нам нужно выходить на стены, на производство стен. Вон там пацаны откуда-то прибежали. Уступить она мне хочет Нант, который я уже захватил, да? И у них Женева и, соответственно, Париж еще остался. Пошла вон. Мы еще с тобой повоюем немножко. Вот этих ребяток бы как-нибудь. Здесь они загнали вот эту лошадь. Давай. Так, ты. Вот сюда. Так, лечись. Ты. Сюда. И стреляй. Вот так вот. А лошади только в рассыпную. Пойдет. 5 опыта. Пойдет. Этот что нас не одобряет? Неприязнь. Смотри, они поселенцев отправили, да? А этих отправили убивать моих. Хитрожопые. Сейчас я вам устрою, что тут. Городу нужна пища. Мне не противна жизнь на суше, но жизнь... Сейчас мы вам устроим сладкую жизнь. Так, обработка железа. Что у нас там с расширением территории? О, одна железка уже. И через 15 ходов мы поставим здесь шахту, да? А обработка железа... А мечники через 17. Вот, пойдет, беру. Пойдет, беру. Хотя построить железный рудник, да, смотри. Это половину ходов нам сократит, поэтому... Давай-ка мы что-нибудь другое лучше пройдемся. Давай, вот колесо. Так, ну что, к Женеве двигаем, да? Пошли потихонечку. Всей мощью. Так, вот это, на, лови. Угу, что, понаступали? Желание не пропало еще. О, здесь рабочие, смотри. Но мы их догнать не сможем, потому что через реку переправляться надо будет. И город прям такой вкусненький, да? Пошли, пошли. Надо сейчас будет его отжать. Вот этих пацанов полечим сейчас. А они повышение получили. Красавцы. На-ка тебе еще. Так, сюда. Здесь сюда. Огонь. Начинаем работать. Но эти на открытой местности расположены. Мы сейчас вторых лучников сюда поставим и начнем поливать. Другой вопрос, что их колесница сейчас на моих лучников прыгнет. Вот это вот тяжелая колесница. Но мы их с двух сторон сейчас будем здесь долбить лучниками. Потом еще вот этих подведем. И должно быть вообще шикарно. Так, в Киото, да? Хорош. Давай-ка, наверное, к себе отправим. Это что такое? Фукуока. Давай сюда проложим торговый маршрут. Это хорошо. Подходим. И стреляем. Давайте, ребятки, давайте, не стесняйтесь. Поливаем. Хорошо. Движемся, движемся. Так, ты что хотел? Свободны. Прекрасно. Так, вот у нас, кстати, здесь благовоние есть. Великолепно. Недостаточное довольство в Киото. Но это все не важно. Корованы бегают. Это, кстати, баг такой вот, когда зацепляешь, да, этот... Так как впервые из моря туманного в виде дельфина близ корабля быстроходного я поднялся перед вами... то и молитесь мне впредь, как дельфинию. И дозовется жертвенник этот дельфийским. Великолепно. Оракул. Оракул построен. Шикарно. Теперь бы надо заняться непосредственно самим городом. Мы, кстати, можем уже строить древние стены, да? Это неплохая вещь на самом деле. Но пойдем, наверное, давай-ка сначала святилище.
есть. А здесь, ребята, давайте поактивней. По чуть-чуть вообще выбивает. Сюда третий нужен, да? Так, ты прячешься. В городе прям сиди. От греха. Ну вот так вот Женеву захватить, да, и в принципе уже такая территория более-менее. Что здесь, 12 ходов осталось. Но я говорю, сейчас мы вот здесь рудник поставим, ну и вот здесь лесопилки, здесь фермы. Будет круто. Давай ты сюда. Давай, есть. Хорош. Ты лечишься, да? Смотри, еще кого-то хлопнули. Так, да, до свидос. Смотри, еще кого-то хлопнули. Вот они бьются там. Просто как демоны. С кем дружить-то будем? Черт побери. Так. Ты сюда. Давай-ка. Вот эти мне друзья не нравятся. Хорош, потихонечку, но жмем. Сейчас вот этих парней еще мы подведем. Хотя сколько там ходов осталось? 10. И до того исследования еще непонятно сколько. Там ходов 6-7, наверное, да? Смотри, переправили, сейчас хотят атаковать. Если нас. Хлеб – первая потребность в жизни. Так. Ничего хорошего не добавилось? По-моему, нет. Так, ну здесь, в принципе, все, да? Можно двигаться. Пошли. Варвары рядышком бегают. Все нормально. Так, этот решил поатаковать. Насыпаем сюда. Давай. Город сейчас восстановится полностью. Ну, нормально. Сейчас уже в 3 ствола будем накидывать. Так, что здесь у нас? Военная подготовка. Великая библиотека. Без разницы вообще, что строить. Давай, 2 хода до святилища. Будем великих людей, религию, ну, в общем, все как надо. Ох, ты же решили все-таки, да, вылезти? А, это другая колесница. Та внутри сидит. Пол хп, просто 52. Больше половины хп мне снесло. Но мы сейчас всеми тремя по ней отработаем. Я думаю, ей мало не покажется. Так, давай. Затягиваем, что-то затягиваем. Умри. Отлично. Так, есть. Сколько у тебя? О, почти новый левелап у него там сейчас будет, короче. И мы его заодно на этом левелапе и подлечим немножко, да? Великолепно. Смотри, бегают демоны. Так кто? Так, давайте, ребята, работаем. Не стесняемся. Хода и потом стены строим. Такой у нас аванпост получился здесь, поэтому чудо природы. Поэтому будем так, Киото. Таран можно сделать, да, но таран такое себе удовольствие. Молитвы в священном месте. Давай, наверное, военный лагерь, классная вещь. Он будет потом стрелять так же, как и... В общем, так же, как и город он сможет стрелять. Центр коммерции, развлекательный комплекс.
Кампус бы тоже не помешал, да? Чтобы науку двигать надо. Надо двигать науку. Давай вот сюда поставим. Удалит ферму. Не хочу удалять ферму. Блин. Ну вот от горы пойдет бонус, да? А здесь от города пойдет бонус. Давай вот от горы. Давай. Хорошо. Будем науку двигать. Будем умными, приумными. Так, у тебя что, дружище? Сколько там? 67 и 67, да. Блин, уже все, пора повышать его. Эти еще бегают, демоны, за мной. Так, посол. Один посол. Это хорошо. Мы уже тут с сюзереном работаем, да? И... ну давай потихонечку до 6 догоним, чтобы полностью весь бонус получать. Так, этого заодно и лечим, да? Давай, поэтому отрабатываем. А этот по городу работает. Этот будет ловить конницу, вдруг прибежит, да? Решит побежать, поэтому конницу будет ловить. Хорошо. О, у них восстание, да ладно. У них восстание, а я гребать буду. Смотри. Жесть. Просто жесть. У ребяток вообще все нехорошо. Неплохо. Одну лошадь снесли, да? Так, три хода. Великолепно. Ты здесь укрепляйся. До колеса один ход. И сейчас изучаем мечников. Мечники нормально сейчас войдут. Здесь два хода до монумента осталось. Там мы стены построим. Здесь кампус. Порой колесо крутится медленно. Ну, в кампусе будем производить, соответственно, всякие библиотеки, университеты потом появятся. Всякую хрень там будем, в общем, строить, да? Это будет очень круто. И такие ребятки-то уже потихонечку качаются. Из них потом можно будет повысить. Так, обработка железа, да, мечники? Давай, 16 ходов, из которых 8 мы прям через 2 хода убьем, поставив вот это. Смотри, уже вторая, да, захватилась. Класс. Сейчас третья захватится. И хрен вам всем в нос, а не железо. Железо будет моим. Так. По этим работаем. Мне эти ребята вообще не нравятся, этих на лошадях, на своих. Этого на передовую. Пускай принимает удар грудью. Ну или там добивать потом будет. Так, здесь древние стены. 37 ходов. Офигеть. Но деваться некуда, надо строить. Эти вот городки, которые мы укрепимся здесь. Хотя потом можно будет в эту сторону двигаться, да? Там куда-то же поселенец-то убежал. Плюсом где-то есть еще Париж. Так-то бы по-хорошему бы таран сделать. Было бы вообще замечательно. Так, давай сюда. Тоже мне. Ох, нифига их там. Смотри. Нифига их там. Так, у этих гавриков повышение. Надо их не профукать. Сейчас отвезти до нашей территории и там повышение им сделать в мечников. А мечниками они будут просто разрывать всех, кого только можно.
Мечники — это такое ноу-хау, которое никто еще кого-то прибили. Смотри, там просто их вырезает кто-то, или они сами просто дохнут. Там чума какая-то по континенту ходит. Так, залази. На следующий ход поставим, да? Это хорошо. Так, давай-ка попробуем, наверное, вот так. Вот так. Здесь. Забирается на отвесные утесы. Ну давай, вот это, наверное, выучим, да? Давай, лупи. Лупи, пацаны. Не сдохло? Ну такая, на грани прям, вообще у него ХП просто не видно. Ага, все понял? Отлично. Тут какие-то тоже такие плодородные места, мне кажется, надо будет. И не дают мне по городу отстреливаться. Так, давай сюда. Сюда. Так, и теперь мне надо... Вот здесь мы сейчас ускоряем просто до половины. Вот так вот. Отлично. Отлично. Так, пацанов возвращаем сейчас на нашу территорию. И через 4 хода как раз улучшаем их в мечников. Потом вернемся и будем долбать. Что вы мне предлагаете? Ничего хорошего? Давай, прощаемся. Морщится там что-то, да? Смотри. Это я удачно их поставил, перекрыл. К лучникам, к нашим. Так, хорош. Давай сюда. А лесопилку-то я еще не могу строить, да? Короче, сейчас просто болт вкручиваю на всех вот этих вот. Хотя, наверное, не особо удачная идея будет, да? И просто лупим вот этих. Блин, ну посмотри, просто не дают. Сейчас придется вот этого расстреливать. Без вариантов вообще. Тут 33 хода. Охренеть. Еще дольше, чем чудо света. Дольше, чем чудо света строилось в Киото. А я не могу здесь построить пока что эту, да? Просто не дают мне. Не дают мне. Так, сколько там? 2 хода. Ждем. Ждем 2 хода, когда мечники появятся. Потом возвращаемся и убиваем нахрен эту Женеву. Бесит. Тут лагерь варваров. Было бы неплохо тоже посетить. Так, хорошо, никого нету, можно всем троим отстреляться. Давай, давай. О, сдвинулось. Сдвинулось дело с мертвой точки. Давай, еще один ход. Еще один ход. И будет нам счастье. Есть свой предел. О, да. Так, давай. Сюда. Так, здесь. 125 золота. Жмоты. Что тебе надо, а?
идет дело, идет. Неплохо. Надо вот эту тоже хлопнуть. Тут 45 монет. В принципе, не так много, да? Так, инженерное дело, акведук, катапульта. Вот. Катапульта. Дерево технологии. Давайте глянем. Что у нас здесь? Навигация по звездам, гавань. Машиностроение было бы неплохо, вот. Терракотовая армия. Короче, мне нужен город на побережье. Ну, Брюссель неохота захватывать, конечно, но, в принципе, это было бы идеально, да? Это было бы идеально. Только, правда, у них воинов бегает. Ну, это простые воины, они... Мясо просто. Блин, смотри, че, а. Вот просто демоны не дают. Не дают воевать. Не дают воевать. Пошли сюда. Да куда ж ты? Ох ты ж, блин, да. Ну нормально, в принципе. Нормально, нормально. Почти на пол хп всекаем, да? О, да. Дождался. Дождался. Тут кто-то воюет, наверное, вот эту хрень будут захватывать, наверное, да? Блин, ты смотри, чё, а? Вот вообще никак. Так, одна штучка осталась. Ее бы, конечно, лучше поберечь до вот этой. Так, как грамотнее здесь сделать? Наверное, здесь отступаем вот сюда. Бьем вот сюда. Потому что этим и этим надо будет переправиться через реку. Вот этим убиваем вот этого. Возня идет, да? Давай вот сюда. А этим, наверное, подходим вот сюда. Так. И через речку ждем его. Этот сейчас переправится, а мы... Они должны будут встать. По-другому никак. Смотри, они решили все силы в бой бросить, да, и город полностью у них восстановился. Это очень плохо. Блин, вот что с вами делать? Так, ты сиди пока здесь. Дальше. А, тут лес. Никак не могу. Давай попробуем. Ну, этот сейчас будет убегать. Угу. Огребли. И в рассыпную кто куда, да? Долбаная Женева. Когда? Когда? Ты пока подожди. Ну не могу я его упустить. Все, давай. Лупим, лупим. Давай попробуем. На сколько ударили? На 28. Ну и сами так не слабо, да? На 29 огребли. Вот ты бесите, а? Упоротые французы. Когда вы помрете уже все. О, хорош. Наконец-то.
Так, работаем. Сюда, сюда, сюда. Вот так вот. Хорош. Да ладно. Восстание. Подожди. Довольство от усталости из-за войны. Слишком долго воевали. Слишком долго воевали. И стен даже нету. Стен даже нету. А может быть... Они просто бесят, а? Они войска делают быстрее, чем я их убиваю. Они реально войска делают быстрее, чем я их убиваю. Эти сейчас будут мне вообще все ломать. Так, отлично. Третья шахта готова. Догнали. Так, норм. Сейчас этих лечим. Не, у них войск, конечно, вообще не слабое количество. Просто не слабое. Вот с этими я не знаю, что делать, с мечниками. Но они куда-то сюда двигаются, по всей видимости, да? Смотри. И они сейчас будут уже по мне попадать. Вы бесите-то все, когда вы закончитесь-то, ёлы-палы. Убей его нахрен, чтобы он не бегал уже здесь. Мочи его, во, пойдет. Уже при смерти, блин, наш воин. И тут еще, и еще один в городе сидит. Это просто жесть. Стены строим. Везде стены. 6 ходов. Через 6 ходов я только смогу стрелять вот по этим вот товарищам. Сейчас вот эти еще будут на меня нападать здесь. Блин. Что ж так все запущено, да? Да. Печаль, тоска. Я пережил много ужасных событий. Так, что у нас здесь хорошего? Ничего не появилось? Нет. Добиваем. Так. Ты лечись. Ты тоже лечись. Вообще нереал какой-то, ребят. Просто нереал. Все, я думаю, что он... Там видели, рабочий бегает? Мне надо быстрее, как можно быстрее Женеву захватить, да? 258. Мне бы рабочего вот этого поймать. Бы. Бы. Как-нибудь. Разведчики, ну такой себе вариант. Ну ими я смогу его догнать и поймать, в принципе, да? Так. 7 ходов, 13, стены через 4, 260 монет, блин, навряд ли, навряд ли. Короче, лупим. Все прям дружно. Я думаю, что, ребят, возьму эту всю мышиную. Продолжим. Серьезно. Как вы меня бесите. Когда вы кончитесь, сволочи.
Надо встать где-нибудь вот здесь вот, да, чтобы... чтобы они восстанавливались нормально. А то здесь он на их территории стоит. Ну или может быть вот сюда вот на холм поставить его. Он в принципе должен докидывать. Вот здесь бы еще не мешало бы забежать. Жесть какая. Городу нужна пища. 20 ходов. Обалдеть. Просто обалдеть. Этот замаскировался здесь, да? Надо этого еще поймать как-то. Как-то надо его поймать. Пока там не появился еще какой-нибудь варвар. Жесть какая. Ладно, ребятка, все, на этом будем заканчивать. Увидимся с вами в следующей серии. А с этой мы барышней, с Женевой, договорим в следующей серии. Потому что война идет, накапливается вот это вот, как она правильно называется, довольство от усталости из-за войны. Ну, в общем, довольство теряется, и, соответственно, мы все, города наши, вернее, все хуже и хуже себя чувствуют. Такие дела. Стреляем. Стреляем здесь. Вариантов нет. Еще какой-то город-государство. Что я там обнаружил? Кумаси. Еще тоже такой же городок, как Вильнюс. Ты смотри, просто догнали. Просто догнали. Все, мой лучник наелся. Просто наелся. Отваливаем, что ли, как-нибудь. Как-нибудь куда-нибудь. Но он меня догонит, подлюка. Просто догонит. Я не успею прикрыть моих лучников. Он меня догонит. Так, великие люди. Основывает религию и делает этот город священным городом. Давай. В нашей земле при... Давай. О, стены построили, смотри. Можем наконец-то попостреливать уже, да, здесь? Шикарно. По 19. Ну, так-то неплохо, да? Идем сюда. И обосновать религию. О, да. Есть контакт. Выполнили задание. Это хорошо. Катапульты где? Где катапульты? Ай, блин. Водяная мельница. На производство. Так, и религия. Какую религию выберем? А давай вот такую. Выбрать имя. Подожди. Какое-нибудь имя. Вот такое, например. Пофигизм. Подтвердить. Ну и нам нужно, соответственно, святилище и храмы дают по плюс одному жилью. Позволяют покупать кампусы и театральные площади за веру. Давай, наверное, вот это. А здесь... А здесь даже не знаю. Дом собраний, два производства беру.
Отлично. Что-то ускорили. Пойдет. И нас сейчас здесь этот черт уже догонит. Смотри. Он просто догоняет. И я ничего не могу сделать, чтобы свалить. Так, здесь покупаем лучника. То разбегали здесь. Так, так, что делаем? Короче. Я здесь не могу убежать, поэтому я просто, наверное, по нему стреляю. И... ну, короче, он меня сейчас убивает, и на следующий ход я по этой клетке стреляю и его убиваю. Одного лучника потеряли, короче, по дурости. Сбегал, блин, по коцанным лучникам, сбегал за 40... за 45 монеток погнался. Погнался и нарвался. Все, давай. Сейчас он меня убивает. И на этом все. Да. Быдыщ. И убило моих лучников и сразу мир предлагает. Не пойдет. Вот этого надо поймать. Срочно. Срочно. Странно. Человек страдает, поскольку... Что у нас тут? Правительство нет? Правительства нет. Так, давай-ка переместиться вот так вот. Готово. Так, на, лови, падла. Есть. Это есть, это есть. Социальный институт. Военная подготовка. Здесь повышение. Сейчас мы полечим, да? И посла можно тоже отправить. Давай. Отправляем здесь. Но эти уже почти заканчиваются. Наконец-то. Половина хп. Варвары, которые появляются при бунте, они всегда максимальные войска из тех, которые у меня есть. Прокладывай курс по звездам. Да-да, шикарно. Так, сюда. Что-то хотел, дружище. А у меня здесь всего лишь одна единственная... ну, давай построим, например... шахточку, что ли. Давай. Короче, опять все затягивается. Все, ребята. На этом я с вами буду прощаться. Увидимся с вами в следующем видео. А с вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока.